После смерти африканского диктатора Бокассе подданные признали, что их патрон был каннибалом. Эпиграмма. У диктатора Бокассе дети любят ананасы. А Бокасса любит их, сладких деточек своих. В вечном поиске пути и зимой, и летом мы пытаемся найти что-то как-то где-то. В суете, без суеты, с тактом или без такта. Добежать бы до мечты что-то где-то как-то. Не жалеем мы минут, нас щемит забота, и в итоге всем дадут где-то как-то что-то. Мы все потомки Буратино. Нам генетически по сердцу, что мы прорвались на картину, когда он сунул ключик в дверцу. Я принял вызов Барушка, подколол его там и сказал, что сейчас я вам прочту хокку японского поэта полдевятого века, известного хакуиса, хакуиста Бороци. Цапля шуршит в камышах. Ветер доносит. О да, нет, очевидно, не цапля. Как-то раз, и если обе стороны обворожительно скромны, критически этичны, изысканно тактичны, то это для общения большое упущение. Мой друг, не упрощай влюбленность, ее стремительный полет, души святую окрыленность, летящих дней переворот, влюбленность искренне мерцает надеждой разноцветных слов. И согласись, она ж не знает, что не любовь.